Белорусская экономика справилась с санкционным шоком и перешла от восстановления к росту. Планируется, что ВВП по итогам года вырастет почти на 4%. Драйвером в первом квартале, как и прогнозировалось, стала промышленность. В отрасли подъем производственных и финансовых показателей, увеличение реальной зарплаты и занятости. Экспорт достиг рекордной отметки в 11 миллиардов 700 миллионов долларов. В стране прошел первый централизованный экзамен. Написали его более 53 тысяч 11-классников. Результаты по русскому и белорусскому языкам будут известны не позднее 26 мая. Следующее испытание по предмету на выбор пройдет 21 числа. Для сдачи ЦЭ задействовано 144 пункта. Сертификаты школьникам вручат вместе с аттестатами на выпускных вечерах 10 июня. В республике растет оснащенность вооруженных сил. Большое внимание уделяется закупке новых образцов вооружения и военной техники. ВВС и войска ПВО в этом году поставят радиолокационные станции «Роса» и «Восток» белорусского производства. Также появятся современные зенитные ракетные комплексы и самолеты Су-30СМ. Армия полностью готова к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в мирное время. На летних каникулах в Могилевской области планируют оздоровить около 46,5 тысяч школьников. Это на 1500 больше, чем в 2022. В круглосуточных лагерях отдохнут почти 19 тысяч ребят. К слову, 40% учреждений будут работать в 5 смен. Сейчас полным ходом идет подготовка к началу сезона. На эти цели в 2023 из средств республиканского бюджета для региона выделено 7 миллионов 400 тысяч рублей. В Беларуси растет число укусов клещей. В 2022 количество случаев инфицирования увеличилось более чем в два раза. Около 70% эпизодов энцефалита в Гродненской и Брестской областях. В 2023 заболеваемость находится в пределах цифр прошлого года. Однако за помощью к врачам по поводу неприятных встреч с паукообразными обратилось в три раза больше людей, чем за весь тот год.